Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Олесь, мы продолжаем строить город Майнкрафт. Хочу сказать вам одну эпическую новость. Хочу сказать, теперь я буду жить, да, я буду строить Совет СССР и настоящие в деле. Буду строить советские и несоветские дома. Какие-то живые дома будут моим собственным производством. Давайте приступим. Ой, извините, случайно нажал. Так, смотрите, я уже начал строить такое жилое здание, называется Сталинский дом Сталина. Планировки покажу попозже, когда дострою этот дом. Уже готов первый этаж, почти готов первый этаж. Вот такое будет жилье. Дороги притянул, такой перекресток сделал. А сегодня главное обновление. Это электростанция. Давайте облетим эту электростанцию. Давайте мы зайдем в электростанцию. Тут есть пункт охраны. Можно получить пропуск. Вот, их зашли. Здесь находятся кабинеты. Давайте зайдем в эти. Тут кабинеты. Где печатают за свет. Здесь тоже кабинет охраны. Здесь то же самое, здесь кабинет. Здесь секретарь сидит, печатает. А здесь сам кабинет директора. Вот такой кабинет директора. Последний кабинет. Это энергоблоки. Здесь можно посмотреть. Энергоблоки здесь стоят, какие-то подключены к сети, какие без сети. А здесь энергоблок, вы напишите, что они делают, эти энергоблоки, что они делают. О чем сказать вам, следующий выпуск будет про ресторан. Ждите этот выпуск. Я хочу сказать вам, ресторан будет находиться. Вот здесь. Ресторан. Какой вам как? Я буду начинать продлевать. Вот здесь будет. Буду дальше туда продлевать. В ту сторону. А там не будет. Там будет девушка. Я жду, когда топор появится на эту версию. И туда. Я жду, когда топор появится на эту версию. С вами был Олеста. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Моя группа ВКонтакте будет все в описании. Всем удачи и до свидания. Увидимся в других выпусках.